Вітаю в ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Чернавалова. І сьогодні ми говоримо про різдвяну зірку. Виставка, яка відбулася у нас на Одещині минулого тижня. У нас сьогодні в студії Таміла Афанасєва, депутат Одеської обласної ради, а також голова Одеської обласної ради миру. Вітаю вас. Здравствуйте. 26 разів, 26 років проводять виставку, вона щорічна, традиційна. Як взагалі розпочиналася, як ви видумали цей проєкт масштабний, тому що дітей було дуже багато, це дитячий проєкт. Розкажіть більш детальніше і хто брав участь? Для нас очень важно, что на протяжении уже 53 лет, как работает Одесский областной совет мира в Одесском регионе, за все это время практически все культурно-миротворческие программы, которые были созданы, да, проекты, которые начинались и 40 лет назад, и вот мы сегодня сидели с некоторыми членами Одесского областного совета мира, которые изначально уже 53 года находятся в составе, и они участвуют, и понятно, что они пришли еще молодые, активные, сейчас они тоже активные, и красивые, и яркие, и деятельные. Вот, поэтому, конечно, вот то, что 26 лет такая проводится добрая, и красивая и правильная акция, в течение которой очень много детей, которые уже выросли на этом, как бы на этих процессах. И все это происходит в рамках красивого, очень такого культурно-миротворческой программы «Рождественские вечера». У нас еще есть «Золотая осень мира», у нас еще есть пасхальные встречи. И это вот такие, вы знаете, блоки программ, в течение которого, то есть мы, например, вот «Рождественские вечера» мы начинаем 19 декабря на День Святого Николая. И вот в этом году мы хотели закончить сначала «Рождественской звездой», но вчера в библиотеке Франка была память Голодомора, тоже мы сделали мероприятие. Вот такое мероприятие «Реквием», оно как бы очень достаточно было духовно такое, ну, трогательное, будем говорить. Но вот именно «Рождественская звезда» для детей, для наших два миротворческих деятелей, это очень как бы важно, и мы очень любим эту программу, которая вот, она всегда вот собирает такое огромное количество детей, как вы правильно сказали, и детки очень, знаете, вот они живут этим, они ждут, и там мы в какой-то момент вручали подарки, к нам там молодой человек такой, ну, ему там 4-5 лет, он говорит, а когда я буду, когда уже будут мои подарки, знаете, и это действительно вот дитя стоит, ждет, и мы, конечно, очень этому радуемся. Ось ви сказали про духовність учора на вечері імені Франка щодо Голодомору, а як щодо духовності в рамках цієї програми «Різдвяна зірка», тому що я знаю, що дітки беруть участь з 5 років і там до навіть з 3. У нас навіть з 3 є. Ось, що це для них? Це для них також навчання духовності, тому що виставка проводиться в святому Свята Архангела Михайловському женському монастирі, да. Так. Щодо цього, як тут розвивається? Діло в тому, що це не стільки прив'язка к монастирю Свята Архангела Михайловського, яким руководить матушка Серафима, настоятельниця. Це більше прив'язка к тому, що муніципальна художественная галерея города Одессы в какой-то момент осталась без помещения. Вот горсовет и Одесская епархия, они объединились и предоставили вот этот вот зал, там, где ежегодно проходит эта выставка. Вот матушка Серафима каждый год тоже помогает, организовывает, участвует. И дети, вот вы понимали, вот эти все картины, которые надо было развесить, это же дети нарисовали, да, у них была тематика «Рождество». Каждый ребеночек видел по-своему. Даже кто-то рисовал, как бы, как Новый год, там, кто-то льва рисовал, да, там, у нас вот тигра, да, как бы, тигры рисовал еще, но в основном все были либо персонажи, которые, да, Святой Николай, которые сопутствуют на новогодним праздникам, либо это были снеговики, но в основном это были храмы, такие, вы знаете, колядки, вот эти вот массовые детские мероприятия, вот, и были изображены на непосредственно на картинах, но детских картинах, но при этом еще были прикладное искусство, то есть могли вылепить, вырисовать, то есть там были, например, снеговики, которые из ленточек сделаны и пластилином добавлены, просто из пластилина, кто-то из глины делал, то есть дети готовятся, они трудятся, они как бы развиваются вот в рамках именно рождественской тематики. Ну, кто-то вот может, я же говорю, то есть кто-то, я же говорю, там тигра нарисовал, кто-то еще как-то, но основное вот направление это, потому что прежде всего у нас мы не просто как бы воспитываем духовность, мы даем понять, что Украина — это красивая страна, у Украины огромное количество прекрасных традиций. И если мы сейчас не заложим в детей понимание наших традиций, уважение к истории, уважение к персонажам и церковным, и историческим, то, конечно, как бы, что мы через 20 лет будем требовать от этих детей?
Поэтому я же говорю, что 26 лет, вот уже не одно поколение деток, которые нарисовали эти картины, деток, которые продвигали, да, вот они могут один раз там занять второе место, на следующий год уже первое место. То есть это очень радостно, и дети растут, и вот они в таком, знаете, ожидании трепетно. Мы всегда стараемся, чтобы были разные организации, которые и подарки предоставляют, чтобы это не было просто грамота, да. Это чтобы были и сладкое, и какой-то там сувенир. Первые места у нас вообще там получили достаточно такие рюкзаки, у нас тоже одна общественная организация, которая присоединилась к нам. То есть мы вот так вот объединяемся, как я всегда говорю, взрослые объединяются для того, чтобы дети стали счастливее. Ось ви почали говорити про подарунки. Було представлено 300 картин, 86 отримали нагороди. Розкажіть, як обирали переможців, тому що, я так розумію, бажаючих отримати і солодощі, і рюкзаки було дуже багато. Звісно, це, чесно вам скажу, дуже великий і такий складний труд. Когда я только возглавила Одесский областной совет мира, и вот было 84 года Одесскому региону, а на следующий год был юбилейный, 85, и мы тоже предложили одесситам и деткам из области написать красивые верши, творы, снять видеоролик к 85-летию Одесского региона. И вы знаете, когда у нас пришло почти 2000 песен, стихов, записей, то есть мы наверное, неделю все это смотрели, слушали, потому что не хочется обижать. И у нас были такие приличные финансовые, то есть мы там победителям давали по 1000 гривен, то есть это 5-6 лет назад было, это для детей очень важно было. И мы не смотрели кто-то, то есть мы оценивали работы детей, а не, ну, как бы не по фамильной, грубо говоря. И это тоже было такое вот очень такое масштабное мероприятие. Почему я это рассказываю? Потому что, несмотря на то, что у нас главный член жюри, который возглавляет все это Галина Лекарева Никитина. Это человек, который уже много-много лет ведет эту программу. Она очень такая кропотливая. Она работает со всеми и воскресными школами, и школами искусства, и детскими студиями. То есть просто есть многие кружки просто в школах. Или вот там, например, дворец юношества и творчества. То есть как бы очень многие задействованы детские территории, где дети могут нарисовать это. Но это достаточно серьезный подход, потому что и руководитель художественной муниципальной галереи, и Галина Викторовна, и участники, как бы люди, которые вот, да, у нас даже члены Совета мира, они тоже все рассматривают, и это такой большой сложный процесс. То есть это не, ну, как бы это не просто подходит до галочки. Мы именно реально отбираем работы, потому что за последние 3-4 года мы постарались, чтобы эти работы попали и на выставку в ПАСЕ, и на Конгресс США были, и в Европейском были на Сенате. То есть очень много, и Верховной Раде у нас были там выставки. Поэтому это не просто картины для галочки. И дети должны понимать, что они ответственно должны подходить, потому что их картины могут попасть на международные выставки. Ми до міжнародних виставок обов'язково повернемось, але хочу запитати, чи була якась особлива робота, особлива картина, яка запам'яталася саме вам? Вы знаете, я, честно говоря, ну, так как огромное количество детей, ты приходишь, и камеры, и журналисты, и с друзьями надо со всеми поздороваться, и дети со всех сторон, и кто-то хочет сфотографироваться. Ну, то есть всегда такая достаточно большая кутерьма, и я не всегда даже успеваю посмотреть многие картины до начала выставки. Но потом, когда уже все, знаете, расходятся, и вот уже остаются все, как бы, там, люди, которые кто-то еще раз хочет дофотографироваться, или с призами детки хотят. И ко мне там подошел один участник и говорит, смотри, там картина «Копия ты». Там такая девочка, все. А потом попозже захожу в Facebook, а мне прислал там еще один другой человек, тоже говорит, тоже нашел меня эту картину там на выставке и тоже сфотографировал. То есть, не договариваясь, несколько человек увидели в этой картине, там такая блондинка стоит, украиночка такая. Ну, я на Фейсбуке тоже выложила. Вот она мне в этот раз как-то так запала с душой. Потом нашлась, я когда стала ее фотографировать, пришла девочка, которая это нарисовала, мы уже вместе сфотографировались. Знаете, это очень приятно. И тоже меня очень тронул один момент. Две сестрички, они ходили долго, они такие маленькие крошечки, ходили, рассматривали, искали свои картины, искали, а все, что там высоко, прямо под потолком, а вдруг в какой-то момент, а, мы нашли свою картину, там, знаете, столько радости, я вот так, дети, одну взяла на руки, мы так сфотографировались, и это, знаете, вот это вот, ну, как бы радует, что дети не безразличные, что они нарисовали, они получили подарки, они пришли, нашли свои картины, они показали взрослым,
Все, вот эмоция, знаете, позитива, добра и все. Поэтому это как бы одна из самых главных наших вот таких вот выставок. И еще вот у нас есть пасхальные такие же красивые вот тоже выставки. Но вот эта вот рождественская звезда, она какая-то всегда очень теплая. Потому что на улице часто холодно, как даже сейчас, да, там тогда было тоже минус 10. Вот, но все равно дети пришли, дети поучаствовали, родители привели, и, ну, для нас это очень радостно. Ну, а тепер насчет міжнародних програм. Ви були багато де. Розкажіть про ваші мандрівки, тому що це дуже важливо, і для дітей їх роботи бачать великі люди. Конечно, два года назад я тоже, у нас было мероприятие в ООН, и потом и Конгресс США. И я хочу сказать, даже меня, я летела когда в самолете, они же достаточно большие, картины были много, это был какой-то негабаритный груз, и они там меня долго стюардессы не пускали. То есть там целая эпопея была, там, потому что таможня провела, не проблема, а вот зайти на территорию самолета, потому что это был перелет все-таки большой. Ну, в общем-то, это были долги, я там проплатила все, что можно проплатить, потому что вот такая вот была сумка. Но при этом для нас это было очень важно. И действительно, когда мы и в ООН выставили на стенде Украина, то есть Одесса была представлена именно этими картинами детскими, мы рисовали мир, мы рисовали Одессу, мы рисовали Украину, мы рисовали гендерное направление, потому что в ООН тогда была как раз комиссия по правам женщин всего мира. И у нас было только одно из направлений, то есть дети рисовали либо полицейских, либо женщин-космонавтов, знаете, то есть либо там женщин-президентов кто-то нарисовал. Ну, то есть, как бы, знаете, женское направление было помимо Одессы, Украины, там как бы тематически, как обычно. Вот, и все, и то есть для... было очень интересно. И мне очень было приятно видеть тоже реакцию, знаете, когда стоят такие шикарные там женщины с Африки, они все в таких всегда нарядах, таких ярких, все, они стоят, уже рассматривают, там что-то обсуждают. Тоже где-то у меня есть фотографии этого. Поэтому это очень хорошо. И когда мы приехали потом в Конгресс США, и были конгрессмены, у нас была такая достаточно интересная встреча, и вот эта вся встреча сопровождалась тоже очень красиво, нас поставили наши картины. И потом я сфотографировалась, выслала. Мы сделали совместные от Америки и Украины, сделали совместные дипломы, выдали этим детям, чьи работы участвовали. И потом эта еще выставка гуляла где-то полтора месяца по Америке, то есть она путешествовала, ее некоторые конгрессмены возили, и потом только прислали. У нас был даже опыт в Польше, тоже мне позвонили девочки, которые были тогда вот в ООН, и они позвонили, говорят, пришлите нам, мы поставим ваш... ну, как бы детского областного совета мира, поставим как бы картины и сделаем. Поэтому было, я же говорю, то есть дети действительно путешествуют, и вот в ПАСЕ было очень тоже интересно, тоже это было стенд Украины. Это очень важно. Для детей это, понимаете, что они не живут в рамках какого-то, знаете, там небольшого одесского мирка. Они понимают, что они живут в мире, что мир их ждет, что если они идут с добрым посылом, для них еще больше открыты двери во всем нашем большом мире. А як щодо цього року, чи будете відправляти картини, можливо, в Київ, тому що коронавірус, все ж таки, у нас є обмеження, чи будете на наступні роки планувати такі міні-тріпи? Ми хотіли її в прошлом году зробити, але бувший спікер, екс-спікер Дмитрий Разумков, він повністю закрив доступ до третього етажа, де проводились виставки. Зараз, наскільки я знаю, Стефанчук, він зняв ці обмеження, тобто плюс там зробили канал «Рада». Вот, то есть третий этаж мы планируем, у нас же 90 лет Одесскому региону, и юбилей Международному дню мира. То есть у нас в этом году достаточно такой вот масштабные будут и акции. Я уже сегодня тоже была, я как депутат сегодня отчитывалась перед громадой, и я уже говорила о том, что мы будем делать большие флешмобы обязательно к дню мира. И я надеюсь, что в ООН, как бы нам мне уже тоже прислали приглашение, что, может быть, будет офлайн какие-то мероприятия. И, говорится, дай бог сложится, я смогу попасть туда. И, конечно, обязательно картины поеду вместе со мной, потому что это, я же говорю, что это очень важно для детей. Все, у них когда висит грамота, что и картины были в каких-то таких важных стратегических мировых учреждениях, то для них это очень важно. Ну, і як щодо планів на наступний рік? Я розумію, що виставка буде продовжуватися, але, можливо, будуть якісь нововведення. Чи думали про це? Мы всегда как бы движемся, несмотря на то, что у нас много даже есть членов президиума, которым уже за 80 лет, но они такие деятельные, такие активные.
И вот небезразличные, знаете, то есть обязательно не раз в неделю кто-то звонит, кто-то что-то говорит, мы хотим это, у нас там будут презентации, мы хотим провести там открытие какое-то. То есть у нас постоянно, мы очень такие, знаете, гибкие, лавирующие, то есть мы, если есть желание что-то хорошее, доброе, миротворческое, культурное организовать в городе Одессе, мы всегда поддерживаем. Обязательно мы очень, у нас большой плотный проект с библиотекой Горького, Национальной научной библиотекой, с Ириной Бирюковой, мы гендерные студии, и мы в этом году, вот у нас тоже основная цель будет 90 лет Одесскому региону, в ближайшее время обязательно будет Международный день мира, то есть у нас это основные будут стратегии, стратегические задачи на вот этот год, и мы будем максимально проводить мероприятия именно в рамках этих, вот этих двух важных дат. Дякую вам велике за те, що сьогодні завітали, розповіли, навіть підбили підсумки таких різдвяно-новорічних свят для дітей. Я була дуже вас рада бачити. Я теж дуже рада. Нашим телеглядачам, я нагадаю, сьогодні ми говорили про різдвяну зірку. Це щорічна виставка дитячих картин. У студії була Таміла Афанасьєва, депутат Одеської обласної ради, а також голова Одеської обласної ради миру. З вами була Крістіна Черновалова. До нових ефірів.